Бывший депутат Государственной Думы от Нижегородской области партии КПРФ Денис Вороненков убит в Киеве в четверг, 23 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МВД в Киеве Андрея Крищенко. Согласно сообщению, около полудня в центре Киева возле входа в отель «Премьер Палас» произошла перестрелка. В результате 45-летний Денис Вороненков погиб. Информация о версии и обстоятельствах произошедшего разнится. По некоторым данным, произошла перестрелка. Согласно другим источникам, Вороненков шел в гостиницу на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаренко. По его словам, охранник Вороненкова успел ранить нападавшего, и сейчас он находится в больнице. Известно также, что на месте убийства найдена гильза. На месте трагедии также успела побывать жена депутата, оперная певица Мария Максакова, которая при виде страшной картины упала в обморок. Стоит отметить, что из России в столицу Украины Вороненков перебрался после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов.